И так вот, вот такие вот две масочки получаются. Как мы видим, Deepmaster Professional Underwater Equipment. Ну, то есть профессиональное подводное снаряжение в переводе означает. Как мы видим, здесь две маски. Сейчас мы по отдельности рассмотрим каждую из них. Потому что сам впервые их вижу, эти маски. И как бы интересно посмотреть, заглянуть в самое сердце их. Вот такое вот название. Итак, ну что, начнем с первой маски. Эту убираем в сторону пока. Попытаемся открыть этот бокс вот таким образом. Вот такая вот масочка, как мы видим. Вот такие вот застежки. Можно регулировать длину. Раз, раз. Как бы. Ну, я думаю, удобно будет. Вот такое вот покрытие. Здесь вот прорезиненное, как бы с такими пупырышками сделано. Вот такой нос Буратино. Силикончик такой мягенький. Здесь матовое покрытие такое, как бы вроде идет. Вот такая вот масочка с малым подмасочным пространством. Вот так вот она выглядит. Ну так с виду симпатичная, даже очень. Ну я пробую в бассейне, потом как бы дам друзьям поплавать. И потом мы из общего мнения сложим какой-то вывод, сделаем. Так, ну вот так внешне очень приятная, такая небольшая маленькая микромаска. Так, ну что, давайте другую посмотрим масочку. Маска номер два. Маска номер два. Как мы видим, это с моностеклом. Опять же, вот такие вот пластмассовые застежки. Пластиковые идут для регулировки. Ну, вот, вот таким образом регулируется. Ну, как мы видим, здесь тоже не сильно большое подмасочное пространство, несмотря на то, что здесь огромный обзор. Эта модель маски, как бы, я думаю, очень популярная. И многие берут именно такие маски для охоты на кефаль, на пеленгаса, где головой не крутишь, а как бы ты можешь держать голову в неподвижном состоянии и как бы максимальный обзор. Тоже вот такая вот резина здесь интересная. Ну, в общем, вот такая вот масочка. Попаныряем, сделаем еще один обзорчик. Пока вот так. Ну, маски симпатичные, как бы. Посмотрим, как они будут работать. Так, ну пока все.